Савелий, что ты делаешь? Я делаю волшебную игрушку-вертушку. Ух ты, как интересно! А можно и мне посмотреть? Да, конечно, смотри. Ого, я вижу собачку в телевизоре. Таня, это не простая собачка, а знаменитая собачка Соня. А, я поняла, это та самая Соня, которая поймала эхо и даже устроила рыбалку на кита в ванной. А еще Соня научилась разговаривать и даже превратилась в дерево. Ребята, а вам интересно узнать, в какие еще забавные истории попадала Соня и что случилось потом? Тогда читайте книгу Андрея Усачева «Умная и знаменитая собачка Соня».